Книга «Открытым оком». Том 9, вопрос 2253, тема «Объединение». На сегодня все так и смирились с объединением с патриархией в вашей юрисдикции, или что-то делается, чтобы на добро было это соединение, если его уж никак не миновать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Трепыхаться никому не запрещено, да есть ли надежда на большее? Назначено, когда и какому зверю прийти, он и явится по предназначенному. Но вот какой клык в его пасти будет, выплюнет ли он его или сожрет, это уж Богу известно. Пророк Даниил 7.5. И вот еще дверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь, мяса много». Но наши пастыри далеко не все готовы лезть в пекло безбожной и лживой блудницы. Цитата. Обращение мирян к архиерейскому синоду РПЦЗ, июль 2004 год. Мы, ниже подписавшиеся, обращаемся к вам с настоятельной просьбой не принимать решений по делу о сближении с теперешней Московской Патриархией до созыва Всезарубежного Собора Духовенства и Мирян, так как этот судьбоносный вопрос является самым важным со времени 1917 года и должен быть обсужден представителями всех частей нашей церкви соборно в целях достижения духовного единства. Это единство вот уже в течение многих десятков лет с Божьей помощью вело и направляло нашу церковь сквозь тьму всяких испытаний и соблазнов, не православного и не христианского характера. Сохраняя свою независимость в течение 87 лет, Русская Православная Церковь за границей в своей полноте со своими епископами, духовенством и мирянами сохранила чистоту православно-христианского мировоззрения, которое, к глубокому сожалению, многими церквами было утеряно или опорочено. Этот важнейший, потрясающий наши религиозные души вопрос должен быть свободно и соборно со всех сторон обсужден на нашем всеобщем поместном церковном соборе, архиереями и духовенством и мирянами, тремя составными частями всех истинно православных церквей на благо Русской Православной Церкви. Отсутствие какой-либо из них уничтожит ту полноценность решений, которая так необходима Русской Православной Церкви и, возможно, расширит и углубит уже существующие в РПЦЗ серьезные разногласия или расколы. Плод чрева разродившейся потемки, и поздравления им отнюдь не шлите. Лебедь вылупился, гадкий ли утенок, что станет с запеленатой улиткой? Все счастье в том, что мать не умерла, что баржа разгрузилась, сохранилась, а может вырастить в неверую Пилат или апостольский молитвенник Корнилий. Благословенно чрево новой Евы, не Каина, а Авеля зачавши, кто после смерти не рыдает слева, где добротой наполненная чаша. Мучитель или мученик в пеленах, повитый, раскраснелся от обиды, пока что разделяет нас клеенка,
А дальше что? То никому не видно. Не поздравляйте с дочерью, ни с сыном. На наши головы, быть может, новый деспот. У многих кровь от ужаса застынет, земной простор покажется нам тесным. Молитвой пеленайте чадо чрева, кормите Божьим словом, жмитесь к храму. Такая мать и в нищете царевна, свет лучезарный на заплатах драных. Пусть чадо слышит пение молитв, а не заздравных тостов в пустоту. Таких почтить Писание велит, кто сам Христа нашел и вел иных к Христу. Не смею поздравлять с рождением чада, лишь затаенно опущу глаза. Какая тьма рождается для ада, каких несчастий ждет их полоса. Желаю благовестника увидеть, мир отсчастливлен каплею от Павла. Его в пустыне соты ждут акриды, сажают дерево ему на 40 палок. 3 июля 2004 год. Игнатий Лапкин.